Ученик Ирина. Ученик Нуры Адам. Вернее, ученица. А чему у вас она хорошая? Может чему-нибудь научить вообще? Конечно. Да? А чему она может плохому? Ну, плохому, наверное, тоже может, но она не 100%, очень плохому, только хорошему. Вас-то только хорошему, наверное, учила. Ну что, от добрых учеников, Нора, специально сейчас будет поздравление отдельное. То есть вот Ирина сейчас будет отдуваться за всех твоих учеников и поздравить тебя с днем твоего рождения, с твоим юбилеем, с этой очень волосатой датой. Да, Нора, я хочу поздравить тебя с днем рождения, сказать тебе огромное спасибо за все эти знания, которые ты даешь, за весь твой вклад в каждого твоего ученика, включая меня. Ты просто самый-самый позитивный человек на этом свете. Ты именно отдаешь и выкладываешься на полную. И желаю тебе процветания и всего самого замечательного, такого же замечательного, якого, как ты. Вот, ура! Наверное, на этом все. Присоединяюсь. Пусть у тебя всегда в глазах горит этот сумасшедший вулкан страсти. Да. Да? Ты тоже заметил? Да. И пусть горит! И пусть горит. Спасибо. Аркадий, как ни странно, тоже ученик. Да, уже полтора года. Жизнь поменялась полтора года назад, когда я встретил этого жизнерадостного, сумасшедшего человека. Человека, доброго, светлого. А человек ли он? Сумасшедшая девушка. Не могу сказать женщина, потому что она всегда молодая. 35 это она себе преувеличивает, 20. Да. Я узнал, что в этом году 21 исполнилось. Поэтому я ей хочу пожелать всего светлого, доброго, чтобы она в своей жизни несла любовь, радость всем, себе, близким, друзьям, знакомым, всему миру. И пусть несет, короче. И пусть. Пусть. Аркадий, ученик. Но разнюхай.